Ровно 19 лет назад в эфир вышел первый выпуск программы «Время новостей». Молодая команда журналистов под руководством основателя телекомпании Гаруна Курбанова открыла для дагестанцев новое телевидение. Теперь для нас новости – это не просто работа, это образ мыслей, это целая жизнь. О смелом начинании, творческих задумках и амбициозных проектах РГВК «Дагестан» – наш следующий сюжет. Это большое пятиэтажное здание изначально не было рассчитано на телевизионные студии и аппаратные. А идея создания здесь полноценного канала с круглосуточным вещанием тогда и вовсе казалась фантастической. Но только не Гаруну Курбанову. Он не боялся ни трудностей, ни вызова времени. РГВК «Дагестан» можно назвать главным проектом в жизни Гаруна Магомедовича. И к его воплощению он привлек самых смелых и амбициозных. Только они знают, сколько сил и нервов было потрачено на первый телевизионный эфир. Тогда не было никаких суфлеров, и, в общем, ведущая, она запоминала текст и вот читала что-то, часть с бумаги, часть должна была смотреть в камеру. А ведущая у нас была Анжелика Алиева, очень красивая девочка, очень эффектно она смотрелась, но она до такой степени разнервничалась, что подводки ведущей на 15-минутный выпуск мы писали в течение 4 часов. За это время все уже поплакали, все посмеялись. Естественно, мы в 19:30 не успели. Вышел этот первый выпуск новостей не в 19:30, а в 20:10, где-то так он вышел. В общем, на следующий день уже вот это вот напряжение, оно спало. И уже спокойно все дальше работали, уже не было у нас таких эксцессов. «Время новостей» стало совершенно новым явлением для дагестанцев. Разработка проблемных тем, работа журналистов в кадре и ежедневный поиск интересных героев. Молодым корреспондентам приходилось доказывать, что они на телевидении не случайные люди. Приезжали на съемки, нас часто спрашивали, а вы кто, с какого канала? И называли канал, на котором мы не работали, а другой. И мы говорили, что нет, мы с РГВК, они что за РГВК? Ну вот новый канал, такой-то, такой-то есть. То есть нас не знали. Но о существовании такого канала, тем более новостей, и нас это больше всего, наверное, обижало и в какой-то мере подбивало на то, чтобы делать такие интересные, хорошие сюжеты, чтобы в следующий раз, когда мы уже приезжали, люди узнавали и говорили, о, это РГВК. Журналисты РГВК «Дагестан» брались за самые сложные темы, когда в Дагестане шла ожесточенная борьба с незаконными вооруженными формированиями. Наши корреспонденты и операторы, рискуя своей жизнью, работали на месте проведения контртеррористических операций. Судя по воспоминаниям, они отключали инстинкт самосохранения и просто включали камеру. На тот момент не думаешь о том, что страшно, о том, что может закончиться как-то трагически. Ты просто выполняешь свою работу, как тот электрик, как тот промышленный альпинист. Ты просто постараешься оправдать то доверие высокое, которое тебе было оказано, те задачи выполнить, которые на тебя возложили. Меняется жизнь дагестанцев, меняются новости. Открытие новых масштабных объектов и значимые для каждого дагестанца праздники наши зрители теперь могут смотреть в режиме реального времени. Благодаря прямым эфирам РГВК стал доступнее. Так у наших земляков появилась возможность задать напрямую вопрос главе республики и тут же получить ответ. Для того, чтобы решить проблему, нужно ее знать. Для того и проводим прямую линию и так называемую устанавливаем обратную связь с населением. Глазами наших корреспондентов и операторов на протяжении 19 лет миллионы людей наблюдают за событиями в республике, стране и мире. У тех, кто нас смотрит, появилась возможность не просто узнать больше о своем родном крае, но и принимать активное участие в формировании новостной повестки. Обратная связь была налажена практически с первых дней работы телекомпании. С появлением социальных сетей сначала новости, затем и тематические передачи стали общим делом для нас и наших телезрителей. Зарипат Курмагомедова, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров, Юсуп Газиамаров. Время новостей.